Добрый день, меня зовут Габор, я директор компании Chocomi. Мы делаем французский шоколад, я сам венгр. Разрешите представить нашу продукцию, которая очень-очень необычная. Это конфеты, которые один соленый, другой с перцем, третий с мужским одеколоном, четвертый светлый шоколад. Это очень-очень интересные вещи, которые никто так не делает, как мы. Очень необычный продукт. Сам ингредиент французский, который выше нет, просто выше потолок. Окей, и у нас есть плиточный шоколад. Тут тоже разные вещи. Называется плиточный шоколад с топпингами, который один, золото, серебро, цветы, сублимированные ягоды, лепестки розы, например, с чили, что угодно мы делаем, но самый лучший, все мы делаем. Потому что мы самые крутые.